кресте от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько в то дальнее село мальчик без усы не пришло. Раз село прислали по весне, фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это бы вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, Алексей, Алёшенька, сынок, словно сын её услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, встала мать прикрыть его с собой. Вдруг боялась, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, просили, да беги. Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Сынок, словно сын ее услышать мог. Дома все и чудилось кино. Вот казалось, вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын.